Привет, Иллария! Сегодня для тебя очень важный день. У тебя сегодня появится ангел-хранитель. Это очень важный праздник для тебя. Сегодня ты первый раз пришла в церковь. Так как я крестный отец, я буду принимать участие в твоем духовном воспитании. Очень светлый, очень замечательный день. Этот день гораздо важнее, чем рождение ребенка. И для Иларии это фактически рождение. Она стала христианкой, она обрела жизнь вечную. Золотко мое, поздравляю с самым большим днем твоей жизни. Рождение христианина – это и есть крещение. Дай Бог тебе в этой жизни всего самого наилучшего, чтобы ангел твой и Боженька над тобой были, и Дева Мария. Сегодня радостный день, потому что было крещение нашей моей внученьки Иларии. Я хочу ей пожелать, конечно, чтобы у нее здоровье было, чтобы она была счастливенькая у нас, вот, и чтобы, ну, все в жизни у нее очень хорошо сложилось. Очень приятно, что свершилось такое событие. Поздравляю всю родню с рождением Иларии. Дай Бог, чтобы ей всегда в жизни везло, чтобы было здоровье и счастье. Племяшка Илария, я хочу пожелать, чтобы ты всегда была под охраной Боженьки, чтобы у тебя в жизни все получалось, что ты запланировала, и даже больше. Хочу, чтобы ты была всегда здоровенькой, мудрой, красивенькой, всегда видела во всем позитивные моменты. Желаю тебе огромного-огромного счастья. Люблю тебя. Иллария, поздравляю тебя с праздником. В принципе, поздравляю всю нашу семью. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы ты росла крепкой, красивенькой. Thank you.
мы очень рады за тебя, мы рады, что ты у нас есть, что ты наше маленькое солнышко, которое мы все очень-очень любим. И мы все с большой своей семьей желаем тебе очень-очень много здоровья и очень большого крепкого счастья. И пусть ангел-хранитель, который появится у тебя сегодня, всегда-всегда защищает тебя и оберегает от всех бед и неприятностей. От чистого сердца желаю своей внучке самое главное – здоровье. Чтобы она всегда радовала родителей и бабушку. Я лично очень волновалась сегодня целый день. Все прошло очень замечательно. Я очень счастлива. И я не знаю, как мать может желать что-то своему ребенку, кроме огромного-огромного счастья, долгих лет жизни. И просто пускай она будет счастлива, радуется этой жизни. Дорогая моя сестричка, я желаю тебе всего хорошего, тебя только что покрестили, и это хорошо, теперь ты видна Боженьке. Ну что, дорогая любимая доченька, поздравляю тебя с вторым рождением. Как известно, это большой праздник. Всего тебе хорошего, расти счастливой.